Добрый день, друзья! Мы в сквере «Знаки Зодиака». Это один из столичных достопримечательностей. Сквер был открыт в августе 2007 года, и в нем расположены 12 забавных символов фигуры из каждого знака Зодиака. Скульптор Андрей Ассирьянс. Вот так вот он видит знак Зодиака «Рак». Это мой знак. Поэтому хочу вот так вот со всех сторон показать вам эту фигуру. Символ моего знака «Рак». Раки рождены 22 июня по 22 июля. Конечно, каждая фигура интересна по-своему. Хочется рассматривать все. Каждая деталь интересна. Фигуры в сквере стоят не по порядку, как вот идут знаки зодиака, что первый идет Овен, Телец, Близнец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Они раскиданы по парку. Вот здесь стоит Стрелец. Дальше вот мы видим вдалеке. Это у нас Близнецы. Поэтому про каждый символ фигуры каждого знака зодиака мы сняли отдельное видео. Вы можете посмотреть на канале YouTube. Да, скульптор Андрей Ассирьянс. Вот так вот он видит рака. Конечно, очень интересная задумка. Мне нравится такой вот рак. Мой символ знака зодиака.